Севастополь получил 30 тысяч тестов на COVID-19. Своевременная помощь от Центрального штаба Общероссийского народного фронта поступила в наш город в рамках проекта «Регион заботы». Тест системы приняли в сертифицированной ПЦР-лаборатории в понедельник, 9 ноября. Специалисты отмечают, что в связи с ростом заболеваемости в городе нагрузка на лабораторию увеличилась в разы. В данный момент у нас не очень благополучная эпидобстановка, но она стабильная. В среднем 80 человек выявляется с новой коронавирусной инфекцией. Регион заботы, спасибо им огромное за то, что нам предоставил тест-системы, как раз на исследование методом ПЦР. Мы сейчас на данный момент проводится около 2000 исследований в сутки, и это очень большое подспорье для проведения исследования жителям города Севастополя. Анна Островская отметила, что тестируются пациенты, которые имеют симптомы ОРВИ, те, кто находится на стационарном лечении и на амбулаторном лечении. Сейчас в лаборатории в приоритетном порядке обрабатываются пробы работников социальной сферы, в первую очередь учителей и воспитателей. Полученные тест-системы отличаются высокой чувствительностью и позволяют выявить инфекцию с точностью более 96%. Данное количество тест-систем позволит нам месяц бесперебойной работы провести в спокойном режиме. Поэтому большая благодарность тем, кто это делает, большая благодарность тем, кто это вовремя привозит. Это имеет большое значение, потому что холодовая цепочка была сохранена, мы это проследили. Александр Шевела обратил внимание на то, что каждая проба поступает в лабораторию при строгом соблюдении порядка. Сам процесс по выявлению вируса емкий и кропотливый. К сожалению, без участия большого количества людей он невозможен. Человеческие руки пока еще никто не заменил. Один из этапов мы можем улучшить. У нас есть роботизированная автоматическая установка, которая может ускорить некоторое проведение исследований на одном из этапов, но не более того. Севастополь – пилотный субъект федерации, где реализован проект ОНФ «Регион заботы».